Бравый и мужественный жених Валерий с твердой решимостью никогда и никому не отдавать свою любимую. Сейчас по доброй славной традиции я хочу пригласить наших мам. Мамы, прошу. Свеча напротив невесты, напротив Русланы, это девочка. Свеча напротив Валеры, это мальчик. А свеча посередине, которая отсюда не видно, это свеча тепла семейного очага. Девочка слева. Даю. Девочка слева, мальчик справа. Сейчас я переведу, друзья. Значит, поздравляю тебя со свадьбой, что все было хорошо, что было все здорово, и ты там не подведи, да, первая брачная дочь. Так, горько. Как зовут тебя? Саша. Чё смеешься, Саша? Так вы же меня рассмешили. Скажи мне, пожалуйста, какова политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки сейчас? Скажи, мэр отменит вот эти вот налоги, которые он ввел? Скажи мне, когда закончится в Турции одежда? Скажи мне, сколько денег должен зарабатывать нормальный мужчина? Денег нормальный мужчина? 30 тысяч. 30 тысяч. Давай, Санечка, поехали. Тихо, я не могу выдержать. Ну, здорово. Света. Как тебя зовут? Света. Твета? Твиттер? Ну, неважно. Скажи мне, пожалуйста, ты вот кем собираешься стать в будущем? Собираешься, это уже хорошо. Кем? Фотомоделью? Нет. Водителем? Нет, не угадал. Хорошо. Мамой? Мамой. Молодец! Молодец! Yes! Дмитрий! Это не просто мальчик, это человек, который что сделал? Взял у невесты туфельку. Сейчас мы представим наших свидетелей на первое испытание. Спасибо, Дмитрий, можете идти. Туфельку держите у себя. Свидетели, свидетельницы, выходите к нам, будем разбираться. Невеста должна быть рядом со своей любимой туфлей. Стоп. О, класс, мне это нравится. Пуск. Стоп. А можно так? Класс, спасибо. Конфетти между нами летает. Да что ж такое, откуда она летит-то? Скажи, пожалуйста, на что ты готова пойти ради того, чтобы вернуть туфельку невесте? На все. Раздевайся. Давай. Конечно, раздеваться. Да. Ладно, все, я пошутил. Задача — собрать... Три пары еще. Это должны быть сильные парни и худенькие девочки. Say